Кешірмеймісен, ұстамам мен қошымын. Кешірмейсен, бірден қатып қалмашы. Кешірмеймісен, кетемін. На сцене первокурсники института, которые своими силами организовали веселый конкурс «А ну-ка, парни, а ну-ка, девушки». Ребята соревнуются между собой в различных конкурсах – в пении, танцах, в умении по-доброму пошутить над собой и соперниками. Студентка первого курса филологического факультета Матлюба Мырзабекова с удовольствием участвует во всех конкурсах. Она рада возможности не только получать в ВУЗе качественное образование, но и активно участвовать в студенческой жизни своего института. Я очень рада, что участвую в этом мероприятии. Зрители поддержали хорошо, аплодировали, смеялись. Я и в дальнейшем буду участвовать во всех мероприятиях нашего ВУЗа. Жизнь вузов постепенно меняется, чему в немалой степени способствовали обновленная концепция высшего образования. В рамках 100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ главы государства Нурсултан Назарбаев в шаге 78 отметил, что надо поэтапно расширять академическую и управленческую самостоятельность вузов с учетом опыта Назарбаев университета. Трансформация частных вузов в некоммерческие организации, которая будет происходить в соответствии с международной практикой. Это один из мероприятий, приурочен независимостью нашей республики. Студенты нашего института должны быть, мы добиваемся того, чтобы не только были качественными специалистами, а еще воспитанными, интеллектуально воспитанными людьми. Для этой цели мы проводим различные мероприятия воспитательного характера, творческого характера. С этой целью и в нашем институте работают творческие кружки, спортивные секции. Отметим, что в 2015 году Министерством образования Республики Казахстан был проведен конкурс на лучшего преподавателя среди вузов, победителем которого стали два учителя Южно-Казахстанского государственного института имени Мардана Сапарбаева.